Студенты Нижневартовского госуниверситета сегодня пообщались с космосом. Сделали они это благодаря обычной телефонной связи. А собеседником вартовчан стал космонавт Андрей Борисенко. Герой России сейчас совершает свой второй длительный полет. Вопросы для Борисенко готовили всем вузам. Само общение продлилось около 15 минут. Именно столько держался сигнал хорошего качества. В основном студентов интересовало, из чего состоит день космонавтов, как они работают и отдыхают, занимаются ли спортом. Кстати, на физические упражнения они тратят 2,5 часа. А 12 апреля Андрей Александрович... Сутки бегущая дорожка, во время которой мы пробегаем где-то порядка от 4 до 6 километров в зависимости от дня, соответственно дня. Далее мы работаем на велотренажере и на еще одном прекрасном тренажере под названием «Аэрос», который представляет собой такую совокупность земной качалки. Сейчас космонавты готовятся к возвращению на Землю. Студенты пожелали им мягкой посадки и пригласили в Нижневартовск. НВГУ тесно связан с космосом. В 2013 году российский космонавт номер 100 Олег Котов поднял к звездам герб университета. Сейчас он хранится в музее вуза. Напомним, что сейчас в космосе находится вартовчанин Сергей Рыжиков.